Всем привет, меня зовут Алексей Андреев, я оператор-постановщик. Здесь я на этом канале рассказываю о своей профессии, о своих проектах, как они снимаются, показываю кухню. И у меня интересная новость для вас, друзья. Мы с моим другом-режиссером Юрием Гудвиным запускаем свой фильм. Небольшая историческая справка, буквально на 30 секунд. Лет 10 назад, когда мы познакомились с Юрой, я работал на телевидении и в основном оператором-постановщиком всяких реалити-шоу, телевизионных проектов, которые особо не приносили мне удовольствия в творческом плане. И в один прекрасный момент мне предложили снять скетч-шоу. Скетч-шоу — это такой формат коротких зарисовок, ну, там был комедийный жанр, но все снималось по законам как бы кино, да, то есть актеры, постановочная съемка, свет. Это был художественный проект, соответственно, мы это все снимали как такое маленькое кино. И с этого момента, с того проекта, я влюбился именно в постановочную съемку и понял, что мне надо уходить с телека и двигаться в сторону кино. На этом проекте мы вот познакомились с режиссером, с Юрой Гудвиным, сдружились, поняли, что у нас отличная синергия, мы вдвоем работаем просто как часы. Мы с ним как такой один организм, очень слаженно работаем. И, соответственно, с тех пор мы начали вместе пытаться двигаться, пытаться пробиться в кино. Даже несколько было уже близких моментов, когда мы вот-вот уже должны были получить свой проект. Юра пробовал там через разные крупные киностудии заходить со своими проектами, со своими идеями. Пропустим эти 10 лет наших метаний туда-сюда. Где-то год назад он писал для большой киностудии сериал по своей идее, и мы должны были его снимать, соответственно, своей командой. Но в какой-то прекрасный момент я увидел в Инстаграме, листая ленту, тарелку со съемок этого сериала и понял, что этот проект отдали кому-то другому. Юра упал в депрессию, уехал в Адыгею, начал заниматься там семейным отелем. Я разозлился, то есть для меня это был удар, как будто бы, знаете, всю жизнь готовишься к Олимпиаде, и вот в последний момент объявляют, что поедешь не ты, а какой-то другой спортсмен. В какой-то момент и опустили руки, но в то же время я решил, что надо действовать. Я предложил Юре снять короткометражку какую-то. Он тем временем там занимался своей гостиницей в Адыгее и говорил, что у меня тут прикольные есть пейзажи всякие, ландшафты, можем сюда типа приехать небольшой группой и снять тут короткометражку. И потом я увидел фильм «Айта». Это якутский фильм, который снят был режиссером за свои деньги. Там буквально там бюджет был 5 миллионов. И новость так состояла в том, что он типа окупился в прокате, собрал больше, чем он стоил. И это был какой-то успешный кейс. Мне показалось, что режиссер из региона может снять фильм на свои деньги, а мы сидим здесь такие зажравшиеся коты, у меня при этом как бы хорошо дела идут в рекламе, я успешный оператор, у меня есть связи, знакомства, у меня есть техника, оборудование. Почему он смог это снять у себя в регионе, да? Я тут сижу и я не могу. Поэтому надо просто брать все в свои руки и начинать этим заниматься. Вот, и я на этой волне как бы позвонил режиссеру Юре и рассказал ему, говорю, смотри, вот они сняли фильм, давай мы тоже, давай это будет не короткометражка, а давай снимать полный метр. Я говорю, хватит уже с нас этих короткометражек, мы уже с тобой кучу короткометражек сняли, ничего нам это не дало. Я говорю, давай снимать полный метр. Он такой, все, да, давай точно, все, снимаем полный метр. И начали придумывать тематику, насчет чего это будет фильм, на какую тему. Поняли, что у нас вот это был сериал, который у нас отобрали. И в этом сериале был такой один персонаж, называется он Леший. Да, то есть это фэнтези-сериал был. И мы просто решили взять одного из персонажей из этого сериала. И на основе него, учитывая, что у нас есть регион, где много леса, мы можем снимать в лесу. И вот из сюжета этой короткометражки, да, там по сюжету типа пропадала дочь, и отец ее искал. То есть в этом была задумка. Такая семейная драма, триллер. Вот мы решили взять персонажа Леший, поместить его в сюжет этой истории, что девочка не просто пропадает, там отец ее ищет, а что есть некий Леший, который ее похищает, да. Тут получается целая сказка. Вот мы начали эту идею разгонять, 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 и все это доросло до некой концепции. И мы решили, что для того, чтобы этот фильм продвигать, чтобы искать финансирование, да, показывать его потенциальным спонсорам, инвесторам, не знаю, там запустить краудфандинговую кампанию, нам нужно снять какую-то сцену.
так называемый proof of concept. Это такой термин есть в мировом, как бы, кинематографе, когда, чтобы показать инвесторам там не просто текст на бумаге, да, какой-то сценарий, а какую-то визуализацию. То есть это могут быть концепты, это могут быть какие-то из референсов надерганные кадры. Но мы решили прям снять целую сцену. В Москве я увидел новость, что проводится встреча, организуемая ВК, по-моему, да, ВК сайтом, на которую придет несколько продюсеров, и тема этой встречи — как пробиться в кино, типа кинолифт, как по молодым специалистам попасть в кино, как продвигать свои проекты. Естественно, мы в этот момент разрабатывали, вот, готовились к съемкам этого тизера и решили прийти на это мероприятие, послушать экспертов и заодно предложить им, вот, что у нас вот есть фильм, давайте посотрудничаем. Ну, вернее, не фильм, а есть идея фильма, давайте посотрудничаем. И вот мы пришли на это мероприятие с режиссером вдвоем, когда спикеры закончили свою лекцию и сказали, есть ли какие-то вопросы из зала. Юра сразу первым поднял руку. Здравствуйте, меня зовут Юрий Гудвин. Вопрос конкретный про лифт. У меня, я решил пока взять паузу работы с серьезными продакшн-студиями. Я буду запускать сам полметр на свои деньги. Мне нужно бабло на пост. Я готов буду показать через год материалы снятые, отснятый тизер, презентацию. Вы рассматриваете проекты, которые отсняты уже? И да, до финансирования. Да, рассматриваем. У нас, например, есть свой пост. Мы можем бесплатно. Да. На самом деле так и есть. Не против, мы можем поговорить об аукционе, как угодно. Мы можем после встречи, я могу подойти и задать пару вопросов. Спасибо. Для этого сюда приехали. Вот по-настоящему, без забора. Задавайте вопросы. Может быть, у кого-нибудь еще цветокор на халяву обломится. Так, кто вопрос хочет? Ага, давайте. И что самое удивительное, меня это поразило, что когда Юра взял микрофон, представился и начал рассказывать про свою историю, в зале начали люди ехидно смеяться. То есть такие смешки неприятные пошли по залу. Типа, что-то за клоун, типа, встал, начал тут свой фильм продвигать. Понимаете, такая история, что это мероприятие для молодых кинематографистов, которые не знают, как продвинуть свой фильм. Но их веселит то, что кто-то встал и начал пытаться продвинуть свой фильм. Вот прям там, прям на этом же месте, пытаться продать свою идею продюсерам. Их это веселило. Но мы свою задачу выполнили. Мы подошли после встречи к продюсерам, собрали все контакты, рассказали про свою идею. Они сказали, да, отлично, давайте, будет сценарий, присылайте, мы посмотрим, почитаем. Как бы эта встреча ни к чему не привела, то есть мы никак, ну, как бы на контакт с ними не вышли, да, но мы начали думать о том, что нам надо снять тизер. И параллельно мы начали искать локацию, да, и поняли, что локацию, где мы можем спилить дерево, это нам нужна реальная делянка, где идет рубка деревьев, да, чтобы мы могли туда приехать и для этой сцены подпилить одно дерево. И мы эту локацию не смогли найти ближе, чем озеро Селигер. То есть вокруг Селигера там идут некоторые разработки, пилятся деревья. Параллельно мы какие-то референсы пытались сделать в Midjourney нейросетью, да, создать какие-то визуалы по тому, как должна выглядеть делянка, там, как должен выглядеть леший, как должны быть одеты лесорубы. На одном из фото Midjourney предложил мне, чтобы лесорубы были все в желтой одежде, и по центру они мне нарисовали бригадира. То есть у нас по сценарию был бригадир, я так и вбивал. Типа бригадир, лесорубы, делянка, вот что-то такое. И вот он мне выдал картинку, где все лесорубы были одеты в желтые комбинезоны, и их бригадир был в черной куртке. Мне показалось это максимально стилево, и лесорубы выделялись в лесу, да, потому что лес — это в основном такая серая какая-то масса. Ну, мы начали искать вот эту одежду, нашли оранжевые комбинезоны, пришлось их купить, они стоили недешево, и чтобы группу там из 8 человек одеть, нам пришлось нормально так раскошелиться на костюмы, чтобы их еще, мы еще отдали их дополнительно художникам, знакомым, чтобы они их зафактурили, сделали там царапины, какие-то потертости, да, чтобы это не выглядело слишком уж как новые. Также по сюжету у нас в самом пеньке должна была быть мумия девочки, да, кукла некая, которая должна выглядеть как труп ребенка, который был похищен там 40 лет назад,
был спрятан лешим в этом дереве, но он не разложился, не превратился в скелет, а он такой, типа, как застывший во времени, то есть сохранивший прямо очертания. Ну, над этой концепцией мы еще как бы в процессе раздумий, как бы разработка концептов идет, как это должно выглядеть. И мы обратились также в знакомую студию, где делают всякие куклы, муляжи, трупов, там для, как бы спецэффекты для кино. И там нам сделали вот эту голову девочки там, с волосами. Ну, она нам не очень понравилась, потому что это все было сделано в попыхах, без четких референсов. Давай быстрее нам что-то такое сделай, и мы поехали снимать. То есть все такое немножко в спешке. Вот. И, естественно, эту куклу пришлось дорабатывать еще на съемочной площадке гримеру, чтобы она более-менее реалистично выглядела. И все равно, даже в конце, когда мы уже закончили монтаж куклы, мы поняли, что она и вот в отснятом материале выглядит не очень. И поэтому мы решили, что мы и допилим эту сцену на графике. И что важно, для тех, кто не досмотрит видео до конца, я хочу сообщить, что мы запускаем краудфандинг для съемок этого фильма. Любая помощь, которую вы можете оказать финансовая, перейти по ссылочке и отправить нам донат. Соответственно, мы будем вести блог по этому фильму, рассказывать все процессы. Я с точки зрения операторской работы буду показывать, как происходит весь подготовительный этап, как происходят съемки, как постпродакшн будет вестись. Соответственно, режиссер будет рассказывать там про свои вещи какие-то. Мы будем, может быть, чуть-чуть организационно-продюсерские освещать тему, поскольку мы сами являемся продюсерами этого фильма. Мы, естественно, будем вкладывать свои деньги в производство этого фильма. Будем также искать финансирование, но пока на этом этапе мы запускаем краудфандинг, поэтому если вы хотите поучаствовать в съемках этого фильма, переходите по ссылке в описании, оставляйте любую сумму, которую хотите, которая вас не обременит, не затруднит. Вот, и мы будем очень признательны, и это даст нам возможность снимать этот фильм и снимать контент про съемки этого фильма. Короче, нашли какую-то делянку. Вышли посмотреть точку. Вот, например, часть кадра, да, вот он грузит прям. Это же, ну, замечательно просто по фактуре. Угу. Манипулятор классный. Было брать камеру и сразу снимать. А перед тем, как поехать на съемки, естественно, мы отправились на скаут. То есть мы туда целый день ехали, полдня ехали туда, полдня обратно, это все на Селигере. Вот мы приехали на место, нам сразу уже очень все понравилось. Нам понравился грузовик, который там стоял, это Урал такой военный, старый Урал, фактурный, с этим краном, который поднимает бревна. Вот эти все навалы из бревен, это очень фактурное место. И, конечно же, если бы мы снимали эту сцену просто в лесу, это бы не давало того реализма, что реально работает бригада, что у них вот есть оборудование. Вот, и вот мы нашли такую полянку. Да, еще проблема, конечно, сразу очевидная, что все самые крутые локации, они были в углублении в лесу, и до них нужно было долго идти, была непроходимая, непроездная дорога, по которой мог проехать только Урал. И мы поняли, что нам надо искать локацию ближе к дороге, да, чтобы мы могли разместить там буфет, генератор, разгрузить телегу, камеру, чтобы гример мог работать и весь транспорт. Да. То есть, чтобы уходить далеко в лес, это нужна серьезная подготовка, серьезные там транспортные средства, какие-нибудь квадроциклы, там, не знаю, вездеходы. То есть просто так попасть на съемочную площадку, вот так вот через весь лес не пройдешь. Там еще такой вид был из этого леса на огромное срубленное поле. Нам показалось прикольно, что как будто бы наши герои, они как будто наступают на лес. Такой отряд вредителей, которые вот уничтожают лес, и вот лешему это не нравится. Ну что, Юр, весело снимать кино? Мне очень нравится. Это очень хорошее дело. Нет, чтобы придумать какую-то историю на море, не знаю, там, летнюю, в Анапе. Мы придумали, но начинается это все в лесу. Может, следующий фильм про Анапу? Да? Да, давай все будет начинаться на пляже. Да, не вопрос, а потом в холодную воду, ночные съемки, в воде, на открытой. Это прекрасно. Потом в грот полезем, это водолазы. Ну, ты же знаешь, у нас, нам зачем все вот это простенькое, скучное? Ладно. Начнем. Мы с тобой дерьмом не занимаемся. Мы занимаемся, пожалуй, самым важнейшим из искусств. Начнем со сложного.
перед съемкой мы собрались на моей локации, на студии «Оперпост», чтобы снять небольшой пришут. То есть, чтобы мы примерно прикинули точки, ракурсы, как мы это снимаем, чтобы актер немножко пожил в этой роли, да, вот как он подходит к этому пеньку, видит этот труп, чтобы он примерно понимал там, и мы тоже примерно понимали, такой некий блокинг сделали. Но вот как бы ехать на локацию с актером заранее мы не могли, поэтому мы приехали ко мне на студию, чтобы там... И, кстати, вот уже начался первый снег. Когда мы были на скауте, еще не было снега вообще, и вот буквально за день до съемки пришута у меня на студии вот вывалил первый снег. Камера идет, и начали. Это четвертая машина, мне еще две загрузить надо. Где я бревно возьму? Так, все, бери то, что есть, а, хорошо? А 2000 кубов мы тебе сделаем за 2 дня, если мешать не будет. Ага. Изначально по сюжету этой сцены наш прораб общался со своим там каким-то работником, да, там говорил ему, что вот мы там скоро сделаем эту выработку. Потом мы убрали как бы лишнего персонажа, чтобы не плодить актеров, вот, и сделали разговор по телефону. Поехали. Мужики, я не понял, а чё встали? Михалыч, тебе лучше самому посмотреть. Да, блядь, какого лешего? Поехали. Да, вот эти взгляды вниз, все время на пенек, это прикольно, это прям тревожно. Ну, потому что это событие. Да, да, и это ты событие. Тогда поднимаешь глаза на лес, говоришь, вызывай ментов, и тогда все на лес смотрят. В общем, режиссер с актером, они эту сцену репетировали прямо на месте, потому что не репетировали это до этого, да? Сразу на месте решали, какие варианты там по действию, по фразам, по взглядам хорошо смотрятся, какие нет, что-то убирали. Потом мы, естественно, из этого... смонтировали там кусочек, потом еще обсуждали с режиссером, надо ли это, надо ли то убрать, там руку на плечо не нужно, там, в общем, когда мы приехали на съемку, у нас уже было четкое понимание, как выстроить эту сцену. Ой. Откроешь, вот, вверх. Ага. Вот здесь вот, нажимаешь, раз, два, подкачаешь бензин, ага. Три, и подсос. Подсос вытащить надо. Вытащишь, и все, вот. Дзык сделает, ага. Подсос на место и три. Также мы занимались поиском реквизита, брали в аренду бензопилы, ездили, покупали эти костюмы для наших лесорубов, покупали им всякий реквизит, отвертки там, какие-то ножницы, ключи, чтобы у них на одежде что-то висело, вот эти шлемы, там, наушники. Чтобы максимально это было похоже. Понятно, что в жизни-то, конечно, лесорубы там не одеты в униформу, все одеты кто в чем, там в основном какие-то камуфляжные тулупы, там, как рыбаки или охотники. Но мы все-таки снимаем кино, хочется немножко стиля дать, да, визуального, чтобы это все-таки не как типа правда жизни была, а немножко приукрашенная, для... чтобы стилизация изображения все-таки была такая более киношная, более сказочная. Мы приехали на локацию за день до съемок специально, чтобы переночевать и начать снимать прямо с 6 утра, чтобы не в дороге всю ночь ехать и начать снимать, а чтобы там переночевать. Мы нашли рядом гостиницу, нам повезло, что прямо рядом с этой делянкой был отель. И за день до съемки мы обнаружили, что и там выпал снег, да? То есть, когда мы были там на скауте, снега не было, и нам, в принципе, по визуалу нравился такой контраст, что вот эти все бревна видны хорошо, они читаются. Но когда их накрыло всех снегом, во вред нам бревна покрыли снегом, что их не так хорошо видно масштабно. Но потом, когда мы уже отсняли весь материал, смонтировали и покрасили, я понял, что это вообще все было на руку. Вот эта атмосфера, вот эта заваленность снегом, она какую-то определенный стиль тоже, что ли, визуальный нам дало. Надо отдать должное ребятам, которые приехали на съемку снимать бэкстейдж. Это два оператора, они приехали вообще из Питера. С радостью согласились на 2 камеры поснимать нам бэкстейдж. Также из Твери приехало 2 фотографа, тоже откликнулись на мой призыв в Инстаграме. Ребятам всем большая благодарность от меня. Разумеется, мы сразу с самого раннего утра пришли на локацию, когда еще и было даже темно. То есть это парни с бэкстейджа подъехали чуть позже. Мы начали разгружаться, и как только вот первое уже дневное состояние, мы уже начали снимать. На месте мы там разбивали палатки, чтобы можно было там поставить буфет.
Все это, конечно, мы организовывали сами. У нас там даже толком не было администрации. Мне помогал мой друг Володя, с которым мы вот студию делаем. Помогал там с организационными какими-то моментами. Плюс сам же он еще и снимался в кадре. Вот парни-механики привезли мне на площадку слайдер, на котором можно было делать какие-то небольшие наезды, отъезды. Снимали мы все на камеру Alexa Mini. Старенькая, но она была самая простая, как бы в доступе, что можно было взять. Аноморфотные куки объективы мне Rental выдал бесплатно. Это Rental Mad Dog, сразу хочу прорекламировать. Обращайтесь к ребятам за оборудованием, это самый классный Rental. Я с ними работаю уже около 7 лет и не намерен их ни на кого менять. Когда мы снимали этот тизер, в течение дня погода менялась несколько раз. То есть с утра был снег, потом к середине дня этот снег начинал переходить в дождь, потому что погода чуть становилась теплее. То есть постоянно перепады температуры. Да, с утра был заморозки, сильный снегопад. Мы приехали на площадку, вообще было все в снегу, деревья были в снегу. Потом снег чуть-чуть намок из-за того, что температура поднялась, да, и этот снег, он даже на коре деревьев, на боковинах прилипший был. То есть ветки деревьев были в снегу. К концу дня уже вообще там поднялась температура, снег уже начал таять, образовался офигенный туман, но туман уже был как бы ночью, когда уже мы перестали снимать. Вообще на этой съемке все, что могло пойти не так, все шло не так. То есть начиная с того, что мы должны были начать сцену с грузовика, везущего бревна, но этот грузовик с утра не приехал на точку, а у нас как бы связи с ним напрямую не было, мы общались через локейшена, и там практически не было связи, и то нам пришлось еще дополнительно ехать покупать местную симку, там Теле2 ловил только. То есть телефон работал по сути только у меня. И я пытался выйти на связь с локейшеном, который пытался выйти на связь с организатором, который пытался выйти на связь с лесорубами, у них там тоже ничего не ловило. Мы договорились с ними, что в определенное время, там типа в 8-9 утра приезжает грузовик, трактор и лесоруб приходит, который пилит нам дерево. В итоге они смогли до нас добраться только в районе 2-3 часов дня, потому что у них сломался этот Урал, они его пытались завести, починить, в общем, какой-то кошмар. Мы, естественно, съемку не ждали их прихода, а продолжали снимать кадры, которые без этих грузовиков. И в тот момент, когда мы уже отсняли все кадры, и у нас оставались только сцены с Уралом, с трактором, как раз подъехали ребята, и мы в последний момент уходящего света уже отсняли эти сцены. Нам повезло. Приготовились! Можем... Просто, бро. Поехали! Стоп! Из-за того, что у нас не было возможности ввести туда актеров массовых сцен, да, то есть каких-то дополнительных актеров для кадров, чтобы они оделись в лесорубов, я просто договорился со светиками, там, с друзьями со своими, кто мне помогал, что они оденут эти комбинезоны и снимутся в роли массовки, сыграют этих лесорубов там где-то по дальнему плану. Вот поэтому у меня все светики бегали в комбинезонах, выполняли свою работу, и плюс, когда надо было, шли и вставали в кадр. Тоже ребятам спасибо большое. Так далеко в городе. Вот герой на нее поднимется, будет смотреть, а в лесу такие три просеки будут гигантские. И одна в погост. А специально для одного кадра я понимал, что мне вот вылет над головой у главного героя выход на пенек, а это, я считаю, один из ключевых кадров этого тизера. Я его мог снять только на телегу, то есть мне нужен был длинный вынос, это можно было только сделать на убанже или на какой-то кран-стрелке. Вот. И из-за этого одного кадра, вот спасибо дольщикам, они приехали из Москвы, чтобы помочь мне снять этот один кадр. Я тебе 2000 кубов возьму, прошу, что ли? Я и так уже в границе участка уперся, все. Так, на исходную, поехали. На
Готовились! Изначально я понимал, что для того, чтобы эта сцена смотрелась максимально реалистично, зритель сразу понимал, что это действительно делянка, что это действительно лесорубы, нам нужно спилить одно дерево. И вообще, в принципе, мы ехали за 3-9 земель на Селигер именно для того, чтобы спилить дерево и показать это в кадре. И, соответственно, я придумал такой кадр, чтобы загриповать камеру на дерево, и чтобы дерево упало вместе с камерой. Механики мне вообще никак не разрешали ни Blackmagic, ни Komodo, ни их камеру, какую-то тем более Alexa вешать. Поэтому я достал свой старенький Red One, который лежит у меня в чулане, уже несколько лет не используется. Думаю, бог с ним. Пусть лучше он сыграет важную роль и поможет мне снять этот очень важный для этого тизера кадр, даже если я сломаю камеру. Подождите, не пилите! Падает туда же, правильно? Ну как ощущения? Помню, как тут режим плейбэк перейти. Вот он. Да. Что, живой? У нас даже нет контакта сейчас. Отлично. Ну я, естественно, изначально смотрел много видео о том, как рубят деревья, как они падают, что с ними происходит. И, в принципе, на всех видео я видел, что дерево мягко ложится на ветки, ветки амортизируют, и, соответственно, там нет никаких подпрыгиваний, ударов. Да, немножко дерево завалилось на бок, но оно легло настолько плавно, что и камере ничего не угрожало. Вот, и этот кадр стал, ну, одним из ключевых тоже кадров тизера, прибавил реалистичности и зрелищности всей сцене. Володя идет на нас. Сейчас? Да, и я все удержу. Выставляемся на боковой. На слайдер перепрыгиваем. Хорошо. После того, как отсняли тизер, все смонтировали, мы начали искать, где мы его будем показывать. Какие-то питчинги, какие-то мероприятия. И мне попадается новость, что в Москве состоится кинорынок. Он будет проходить несколько дней. Там будут всякие кинопродюсеры, кинопрокатчики, представители кинотеатров, всяких фестивалей. Такой общий сбор всех киношных боссов. И мы, естественно, с режиссером поняли, что нам обязательно надо туда попасть, чтобы там показывать свой тизер. Конечно же, после того, как тизер был готов, мы поняли, что надо сделать какой-то сайт, презентацию, типа лендинга. Создали сайт, загрузили туда тизер, повесили там какие-то фотки со съемок, концепты, чтобы это все выглядело как презентация. Добавили синопсис, там фотографии примерно актеров, которых мы представляем в главных ролях, так называемый Dreamcast. Также повесили туда фотографии себя, что мы вот авторы, создатели. Там со ссылочками на свои работы, на какое-то портфолио. Поехали на этот кинорынок. Мы зарегистрировались туда, оплатили там платный вход, соответственно, оплатили свое участие. На этом кинорынке мы просто пытались понять, кто есть кто, кому надо подойти. Да, кстати, для кинорынка мы сделали вот такие кофты. То есть мы повесили фотографию концепта Лешего, написали Леший, и вдвоем с режиссером на этом мероприятии ходили как мерчендайзеры, как витрина нашего проекта. Соответственно, все, ну, как бы на нас смотрели, типа, что такое Леший, что за Леший. Всем было интересно, даже к нам некоторые ребята подходили, говорили, а вы кто, давайте познакомимся, там, что у вас, типа, фильм? Мы такие, да, фильм. Также мы для этого мероприятия сделали вот такие визиточки, соответственно, они из дерева, да, то есть мне показалось, что концепция у нас лес, дерево, леший. Здесь лазерной гравировкой выпиливают название, мы добавили сюда логотип Лешего. И на обратной стороне QR-код, по которому можно перейти на сайт, где, соответственно, лежит тизер. И вот мы напечатали 100 таких визиток.
И на мероприятии подходили, со всеми знакомились. Ну, как подходили? Я-то в основном в стороне стоял. Подходил режиссер, да, потому что у него язык лучше подвешен. Вот, он общительный, легко прям может подойти там, к самому главному боссу и спокойно с ним заговорить и презентовать ему свой проект. К одним из первых мы подошли на стенде. Это был турецко-русский продакшн и прокатчик, но из Турции, то есть они там поставили свой стенд. Мы сразу же к ним подсели, рассказали про свой фильм, дали визитки. Они прямо на месте посмотрели наш тизер, сказали, что это интересно для турецкого проката, что они уже нам могут как бы такое предварительное одобрение дать, что они готовы брать наш фильм на прокат в Турцию. Мы вообще просто с этого офигели, что мы вот только-только пришли, первая встреча, и нам уже дают прокат в Турции. И мы на этой воодушевленной волне, соответственно, еще более легко подходили к другим продюсерам. Вот, и многие как бы говорили, да, это интересный проект, обязательно пришлите мне сценарий. А сценария у нас пока еще нету готового. Мы как бы дописываем его, доделываем. После этого мероприятия мы как бы окрыленные начали ждать каких-то новостей. Вот, и пока мы ждем новостей, соответственно, мы смотрим, какие еще у нас впереди есть мероприятия, где мы также можем прийти, и нам уже надо заходить на питчинги. Соответственно, мы сейчас дописываем сценарий, начинаем его отправлять по тем контактам, которые мы уже получили с прошедших мероприятий. И начинаем готовиться к питчингам, да, подавать заявки на питчинги. Впереди у нас питчинг в Ставропольском крае. Там регионы Кавказа как бы презентуют свои проекты. И пока это все движется, мы вот хотим запустить краудфандинг, начать собирать какой-то хотя бы первоначальный бюджет, тем самым давая какой-то обратный контент про съемки, про все процессы творческие, производственные в ответ. Этим первоначальным бюджетом мы уже будем заходить в производство. Вот, поэтому, друзья, если вам интересен наш фильм, если вы хотите поддержать наше стремление получить взамен контент о том, как создается фильм, как с нуля два молодых специалиста, режиссер, оператор, ну, как молодых, я имею в виду, как бы мы-то уже взрослые ребята, но у нас это наш дебют, да, то есть вы поможете сделать нам наш дебютный фильм, зайти, вот, приоткрыть эту дверь в большое кино. И мы, соответственно, будем с радостью делиться всеми процессами, рассказывать обо всем подробно. Погрузим вас также в процесс этого всего мероприятия. Друзья, спасибо за внимание. Ссылочки для доната в описании. Скоро выложу премьеру трейлера, тизера у нас на моем канале. Также я оставлю ссылочку. Мы создадим специальный телеграм-канал, где будем выкладывать все новости проекта. Подписывайтесь на Telegram. Весь видеоконтент будет выходить на моем канале Оперпост. Так что дополнительно никуда можно не подписываться. Вот. И увидимся с вами в следующем видео. До новых встреч. Всем пока.